Друзья, всем привет! Вот решил сделать антихром X-Ray. Купил вот такой вот значочек. Такой значочек Лада. Будем ставить виниловые пленочки. Полметра на полтора метра, по-моему. Матовый, черный. И вот сейчас будем снимать бампер и клеить. Пленка заодно и ставим в радиатор решетку, сеточку, потому что у нас тут дырочки достаточно большие. Ну все, будем откручивать, снимать. Снимать я не буду в это время. Буду занят. Ну все, вот выкрутили мы вот такую вот кучу винтиков. Вот 4 сверху. Снизу, там все остальные снизу и с боков. Здесь вот такая вот у нас штучка. Вот эти вот брызговики как-то лучше сделаны, у веста они отрываются, постоянно они цельные вместе с этой заглушкой. Здесь как отдельный элемент идет и мягкий. Так что по технологичности здесь как-то поинтереснее. Ну все, друзья, вот бампер расстегнули. Сначала вот за боковые штучки вот здесь вот берем, дергаем. Потом снимаем его, отключаем разъем под противотуманок. И вот он у нас бампер. Вот так он выглядит. Сейчас вот так выглядит у нас все здесь внутри. Вот такой вот радиатор. В пуху, там в каких-то комарах. Надо вот ставить сеточку от этих мошек. Вот так все выглядит. Ну все, сейчас будем ставить сетки, откручивать иксы. Иксы откручиваются вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь винтов, и откручивается X1. Ну вот сетка установлена. Вот у нас обрезки сетки. Вот таким хомутом я крепил. Вот она, сеточка у нас стоит. Стоял только вот здесь, в районе радиатора. Теперь осталось у нас только пооткусывать кончики, чтобы они нам не мешали. И будем приступать к обклеиванию хрома. Ну что, антихром не получился. Что-то клеил пленку, у меня что-то все не получилось ровно приклеить. А когда есть небольшие неровности, я все поставил, короче, решил на место. Вот только значок черный установил. А так все осталось как есть. Вот здесь заметил, вот это походу у нас электрогидроусилитель. Вот так он, наверное, выглядит. Вот так электромоторчик, жидкость гоняет, создает давление. Вот такая вот конструкция. Здесь у нас генератор. Здесь компрессор кондиционера, похоже. А там дальше стартер находится. Вот так все выглядит. Такой у нас моторный отсек. Ну что, будем собирать, ставить все на место. Бамперок, машинка. Сейчас будем все сращивать. Ну что, друзья, вот такой вот результат. Хром, конечно, у нас не получился. У нас только значок получился у нас черненький, глянцевый. И сетка в бампер. Сетка в бампер, я не знаю, видно будет или нет. Вот такая вот сеточка в бампере.
И здесь то же самое. Ну, теперь камней будет поменьше. И вот такой видок. Не знаю, может антихром на иксы куплю пластиковые. Может нет. Ну, наверное, скорее всего, куплю пластиковые. Черные. Посмотрю, как будет с черными иксами смотреться. А так, всем удачи, всех благ. Спасибо за внимание. Подписываемся, ставим комментарии, лайки и все, кто что может.